Власти Венесуэлы идут на крайние меры из-за дефицита продовольствия в стране. Отныне жителям запрещено посещать государственные продовольственные магазины более 2 раз в неделю. Такое решение принял президент страны Николас Мадуро на фоне экономического кризиса, который вызван падением цен на нефть. По словам главы государства, инфляция в стране составляет 63%. Около продовольственных магазинов дежурят полицейские, которые проверяют документы у покупателей. Также возле торговых точек работают сотрудники миграционной службы. Они следят, чтобы иностранцы не покупали продукты для отправки контрабандой в соседние страны. Я думаю, что это правильное решение в нынешнем положении. Все равны, ни у кого нет преимущества. Иначе многие начали покупать бы товар и перепродавать, не оставляя выбора следующим, кто стоит в очереди.